Долгое время мир признавал подходящими для стейков только определенные части говядины. Но не так давно появились альтернативные стейки. Мачете, Денвер, Чакролл и другие. Раньше они шли на фарш. Мачете или скёр-стейк – это часть диафрагмы бычка с неповторимым печёночным вкусом и упругими волокнами, которые лучше всего мариновать перед обжаркой. Начинаем готовить маринад. Мы добавляем мёд. Теперь добавляем соевый соус, чили, перец, теперь чеснок и мелко нарезанный имбирь. Добавляем рубленную кинзу, добавляем оливковое масло и все хорошо перемешиваем. Теперь маринуем мясо в течение 20 минут и только потом на гриле. Итак, готовим гарнир для стейка мачете. Овощная сальса готова. Включаем через 15 минут гриль, выставляем режим стейк и нажимаю ок. И ждем, пока наш гриль нагреется до максимальной температуры, а это 250 градусов. Альтернативные стейки часто очень ароматные, но более сложные в приготовлении, потому что их нельзя пережаривать. Опти-гриль идеально приготовит стейк любой прожарки. Мачете лучше всего жарить до прожарки medium rare или medium, с чем прекрасно справится OptiGrill. Стейк готов. Приятного аппетита!